Тян ключным подарил, поэтому, ну, зафоловьтесь на него, ну. Так, ну давай разбираться. Ранний доступ, игра, которую запускает все еще в процессе разработки, приносит. Слушай, давай ты будешь разбираться вслух, а мои чатерцы тоже просто послушают, и я буду сидеть чилить. Самое главное, что я понял, в игре нет настроек. В менюшке я хотел потише сделать. А, нажми играть. Да, сейчас. Нажимаешь играть, и там есть настройки. Ага, вижу, все, отлично, книжечка красивая. Так, окей. Табы работают нормально. Вроде доступно, но если доступно, отлично будет. Так, ну русский есть, кстати, by the way. Так, тут спрашивают, как тебе крабы? А, крабы, кстати, крутые внезапно. Это такой прям кринжовый немного. Несмотря на то, что игра должна была быть первоапрельской шуткой, но неплохой рогалик а-ля Risk of Rain или этот какого? Gunfire Reborn. Прям хороший экшен-рогалик. Что, хочешь сказать, мне в крабов играть придется? Да, придется. Нет, пожалуйста. Не хочу. Так, значит, смотри, я вижу выбор перса. Есть. Их 4 на данный момент. Короче, я про игру чуть-чуть почитал. Ага. Тут описание, краткое руководство вот читал. Ну давай. Мы появляемся на карте. Сначала в хабе, где выбираем какие-то перки, потом идем в бой. Короче, есть карта, мы просто ходим по карте, лутаемся, качаемся. Идет какое-то время, и вот через это время приходит босс. Мы должны как можно лучше налутаться до этого времени. Он принял. Блин, спидраны. Жесть. Да, спидраны. Четыре перса. Какая-то охотница, красная шапочка с волком, какой-то крысолов. Дудец, реально дудец. Биовульф. Мне кажется, тебе нужно играть за Биовульфа. Ну, тут сразу все видно. Да. И снежная королева. Ну, я буду Эльзой, значит. Ну, все. Я выбрал класс. Так. Ну, ты как всегда затянок. Так, сейчас я попробую тебя приинвайтить. Инвайт кинул. Сложность обычная. Правила по умолчанию. Кстати, код есть. О, вижу. От комнаты, так что все могут его украсть, но не у всех есть эта игра. А у меня он камера закрыта. У меня не закрыт, но игра все равно еще недоступна. Так, давай, пока мы в меню, раз нам надо будет там спидранить, как ты говоришь, почитаем наши обилки. Вообще идея неплохая. Движется. Знаю, так, мечом, удар. О, у меня как есть крутилка с мечом классическая. Варвар получается. Дом большого. Ну я прям обычный фрисмак. Фростнова, фростболты, фростдэш. Вообще билки можно в хабе посмотреть, там же. Выпускает морозный луч. Я с готов, короче. Да, давай пробовать. Поехали. Чат, если по громкости игра будет громкой, вы скажите об этом. Мрачные холмы, глава 1. Целебный фонтан полностью восстанавливает здоровье и дает живучесть, которая повышает максимально. Окей. Лё, как здорово, что ты все читаешь, а. Я так понимаю, kind of диаблоид, но рогалик. Но рогалик. Да, думаю, такое прям экшен. Action я будет. Его смотрел чуть-чуть себе поспойлерил, так сказать. Остро погромче. Даже ничего такое. Можно? Ну, я не знаю. Надо у него спросить, а можно погромче сделать? Можно, наверное. Ладно, все. Ты это, что-то хотел спросить, с руками как, нормально? Нет, не прижимаешь? Они умерли. Понятно. Ну, сегодня выживут. В общем, да, надеюсь, сможем нормально поиграть. Завтра я все по больницам. Так, да, грузится супер долго. Может, все, серваки легли. Зашли два самых больших рогаликовых стримера в ру-сегменте. Два профессионала зашли, игра такая, о, я это не вывезу.
Да. А что с руками, Тостер? Да, у меня что-то вроде экземы, какая-то разновидность экземы, кожи на руках нет. Лев. Тебе надо было за зомби играть, фитьха. Мне достали эти шуточки по превращению в гуля. Тут, кстати, есть, опять же, из руководства три реса. Чувствуешь себя в Curse of Dead Gods? Да. Тут есть три ресалки. Но прикол в том, что ресалки у нас только три на обоих. Так что если ты будешь умирать, потом я умру, и у меня ресурса уже не будет. Понятно. Ну и классно. Поэтому я буду умирать первым. Так. Ресы были у меня. Ля, как бегаю. А shift. Блин, почему эта обилка не на shift, а наоборот? Что, надо перечитать, что Ешка делает. У меня такой типичный сморч. На пробел еще дэш есть. Почему-то не указан в обилках. Я хочу поменять уже на эти, короче, настройки, потому что у меня есть тоже типа дэш, ускорение. Но почему-то на Q, а не на шифте. Shift, это защитная, это. Ну, лучше, пускай вот так. Защитная на Q звучит нормально. Так, че, по обилочкам. Защиты биоуль делать тревог. Или, кстати... А билочки, вот что из улучшений брать, пока что вообще непонятно. Вот так вот. Пью, ев, все подряд, все хорошо видно. Да, так, первая прокачка у нас, да, получается? Преследуй врагов, сбрось таймер действия. О, прикольно. Я, короче, взял обилку, и у меня обилка полностью изменилась. Вообще другой стало. У меня редкие выпали, а у тебя... У меня только одна редкая была. Вот ее и. Ой, я могу для отвлечения врагов таунт взять. Ну, короче, специальный двойник, который будет их таунтить. Звучит. Еще тут какой-то NPC. Непонятно за какую валюту. А ты не помнишь персонажей в курсах? Может быть, это какой-то перс из Curse of Dead Gods, типа. Потому что видишь, это похоже на пьедестал финального босса. Да. Вот помнишь, да, этот круг в курсе, там прям вот босс где-то здесь был. У нас, кстати, уже есть минимапа. Мы можем посмотреть, что справа какая-то битва, сверху какая-то хилка. И она у меня закрыта камерой, кстати. Да, сейчас я камеру поправлю. Да, обойдутся. Да нет, ну что? Ты что? Они же разноются. Что, кажется, карты нет. Ладно, давай поболтаем. Кто тут? Что тут? Ага, он открывает песочный человек, торговец с нами. Навеваю сон, вдохновляю видение. Это, видимо, чел, который качает мету. Да, это, походу, метовый торговец. А где карта? А нету! А еще снизу таймер до босса. Не хочу себя так супер высоко двигать. Давайте, не знаю, вот так вот. Мне так непривычно сверху быть. Да, вообще, привык быть снизу. А ну, верну камеру, я имею право на нытье. Не имеешь. Так, а как нам катку туда чай? Чего делаем? Ничего не имеешь тут. Тут только я всех имею. Тебя над хпшкой. А, мы можем выйти, это просто зона неуязвимая. Время-то какие-то луны, день. Не, все вышло. Все, погнали. А я не знаю, куда, правда. Ой, я очень тычку получил. Кто еще умирать там будет? Так, на пробел есть, да, с КД небольшим? Хорошо. О, мобы такие так. Не слабенькие. Да, мобы-то это... Там вон на карте какие-то отметки, нам нужно вроде как ходить и... Ну этот вот добьем как-нибудь. Чё так больно-то, господи? Пока что очень так. Непривычно, что-то уклоняться надо. Ну, я пока урона не получаю, я маг. Тостер токсик. Я не токсик. Где вы токсика увидели, а? Короче, вот они... обращаю внимание на вот этот вот мой ледяной клон, они на него таунтятся, так что... А, понял.
Пишет какая-то странная, пока у меня непонятная вообще. Жесть, да, а там бомжик какой-то бивает. Какая-то элиточка. Вообще урон не получают. Блин, а враги прям прут и прут. Враги прут. Ну что, давай вот, вот сюда. А может это и была эта элитка, не? А, может быть, я не знаю. А может, а вот она, походу. Так, ну я им там поставил штуку. Слушай, ну мы походу сейчас пойдем тебя хилять. А чё так сложно? Просто тут еще непонятно, что мобы умеют делать. Ну да, пока вообще прям такое. А, не, вот тут какой-то тренд вылез. Кажется, это он, элитка. Травили. Что ж так сложно-то? Жесть! Гении Архонта Галиков не справляются. Слушай, у меня защитная билка прям почти когда не имею. О, похилились. Уровень прохилил, да. Отлично. Ау. Вот до этого ты получал урон, тебе я. Это хилка, это хилка. Ой, я щитом бочить могу. Короче, этот КД обилки очень такое. Да, у меня тоже. Защитной маленькая, 2 секунды буквально. Время своего действия защита наносит урон кусачку. Применение особенность и что такое особенность? А особенность такую. Следующим трем атакам дает 100% шанса крита. О, да. О, Близзард. Только что дало то, что мы его убили, интересно. Ну, может, левел, я не знаю. А вот, вот тут какая-то зона, смотри. О-о-о-о-о. Нам нужен какой-то ключ. Тут какая-то пещера, нам нужен ключ. Ключ? Да. Окей. Ну, пойдем дальше бить. А это телепорт. Телепорт. Так, а что за ворон на минимапе, тоже непонятно. Ну, ворон — это телепорт. А, да? Где ты его увидел? Как ты пашется? А, вот просто эти вот. А, короче, иконки по минимапе как будто чуть ниже находятся. Да-да-да. Запомним. Ну, пойдем на глазик, значит, теперь. Костер сейчас умрет. Видишь, не умираю. Все хорошо. Все в порядке. Тостер-мастер. О, мастер. Ой, призраки эти. Братские. Блин, пока вообще балдежно. Мне тоже что-то нравится. Игра прям вообще такой экшончик. Что это такое? Так. Кристалл с монетками. Ой, ё. Я предлагаю как бы не затягивать сначала и с началом битвы. А у него уже нет отображений, куда пойдут его атаки, походу, в отличие от обычных мобов. Ага. Упуты. Упуты. Еще убили. Падают. Скоро застанется. Найс. Да, хилочки норм. А, ну, видимо, только это вот... я не очень понимаю. А, вот, вот что-то есть. Есть, да. А зачем? Да, чтоб было. Следующая, зеленый глаз появился на карте. И сверху что-то появилось еще. Ну что, наверх пока, да, пойдем? Давай наверх. Ну оно красным светится, значит нас там убьют, но... Значит нам точно нужно наверх. Тут нужно пройти по ним. Мы карту открыли. Ну, может быть, кстати. Может быть. Высший кошмар через 3 дня. Это тот самый босс, да, о котором ты говорил?
А, призраки. Ай, чего я урон получил? Какая разница, если есть левел ап? У меня дэмэдж прям такой нормальный. Это тебе не в рейвбаунд играть. Да. Где урона нет. Блин, пока что вообще супер круто. Давай прокачаемся. По уровню. Особый атак крутит еще два раза. Мощь создает еще две волны. Буду крутиться. Наверное, возьму вот это. Fit for a queen. Наконец-то игра, в которой я могу поиграть Эльзой. Жесть, там мясники просто. У меня такой дьявола. Странный. Он может просто абилки прожимать, а может прожимать абилку, которая усиливает другие абилки. Mm-hmm. У меня чисто навесить заморозку на врагов. И потом ее взрывать. 49 урона. Почему так больно-то? Мы почти забили. Хорошо, хилка, хилка бери. Хотя они на обоих падают. Удгия, да. Так, ну справа сейчас будет этот колодец. Погнали. Страшно, это большие тентакли. Давай пода. А, ну это, видимо, колодец хила, но его надо очистить, хз. Интересно, у нас будет статистика по урону? Должна быть. Ставлю, да, на тебя. Будет. Чёрт, путы. Жесть, живи. Как же больно. Это уж хочу дальником играть. О, минус пол КП, она точно хочешь. А, еле успел. Я тут одного встанил, его бы как-нибудь это побить бы. Ты второго добил, да? Ага, сейчас. А, понял. Один есть. Похилился. А, понимаю. Вот эта штука, да, жесткая. Что ж, мой рез первый. А, да. Так, и как это сделать? Ну, я типа подошел, но я не знаю, что мне это дало. Ты риснулся, нет? Я риснулся. Все, ладно, спасибо. Мне нужна была эта инфа. Хотя, вроде ты меня мог резнуть и не пытаюсь, ага, перо. Наверное. Там было, я видел время и типа... Да, видимо, ты меня мог резнуть. Ну ты тостер, поторопился. Жесть, я застанил босса. Да ты все равно меня не резнул. Ну конечно. Заморозил бы всех и резнул бы. Так, 100 каких-то кристаллов. Ну, давай возьмем. Или нет, это не возьмем, это закинуть сюда 100 кристаллов. А, это закинуть? Классно почистили. Угу. Да, мне тут пишут, что я могу поднять, чтобы ресовку не тратить, но... Короче, вот игру надо от обилок играть. Не знаю, как в Лигу Легенд какую-нибудь. Наверное. Вот эти вот меня бесят, челы. Билка слишком. О, подстань.
за мной бежит. Так, мне кажется, нам сейчас хватит, да? Нет, 90 пока не хватает. Кристальчик, а это чё? Килку возьми. Ага, улучшение макс здоровья. Хорошо. Это фонтан. Да. Ну и хорошо. Макс здоровья, а макс здоровья, он и хилит, и макс хп. А да, говорилось же про эти фонтаны, что они так работают. О, сотка есть? Есть. Пойдем вернемся туда, узнаем, что это за штука была. Получается, расходник был заюзан, игра хорошая. У меня, ой, у меня все обилки милишные, типа, несмотря на то, что базовая тычка у меня ренжовая. Еще кошмар проснется через 2 дня. 2 дня? У нас есть 2 дня? Мы не успели локу зачистить. Пойдем вернемся к колодцу, интересно, что он делает. А, пошли. У меня вот спринта нет. Получил что-то. Выберите один магический предмет. Родбок. Физическому уровню здоровья получать восстановление. Что такое мощь? Это какая-то одна из обилок, да? Мощь, по-моему, это по-моему один наверное. Мощи дает 1% урона. А, да? Это пассивка именно, типа. Да, как пассивка. Угу. Мощь. Нет, мне написано, мощь наносит плюс 20% урона. Это точно не мощная атака. А тогда чёрт знает. Да, ПКМ это мощь, ПКМ это обилка. Все окей. Давай смотреть, вон там какой-то кристалл. А, ну это гигантский кристалл монет, судя по всему. Вот твой любимый моб, кстати. А, путы! Да, путы они такие. Ну, милишникам страшно играть. Я догадываюсь. Честно говоря, я догадываюсь. О, левел, вроде бы, ага. Он только уровень не спасает, блин. Угу. Вот, да застанили. Эффект воспламенения. Блин, медни команки падают. А мне редкие. Да, мощь это ПКМ. У меня тоже ПКМ это мощь. Интересно, замерзшие это целям ледяные копья. Движется быстро, и наступающие враги замерзают. Окей, ладно. Да, заморозка это просто типа. Деньги, кстати, 230 на двоих. Да, 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 дофига было. То есть берем один кристалл, деньги даются каждому, но. Чё, куда еще успеем сбегать? Давай туда вниз там или. О, там ключ! Где? Ключ, найс. Че, а будем возвращаться тогда к. Ну, надо бы, я думаю. Смотреть. Контент, все дела. Ага. Не знаю, чтобы взять его нам. Или подожди, его просто можно взять. Я думал, надо врагов убить, но нет. А, у нас же ТПшки есть, давай воспользуемся. Посмотрим, что за данж там. Ай. Вот она, давай. Хотя мы довольно. Не так близко. Телепорт по всей карте, думаю, вернуться сюда, не проблема. Окей, пошли посмотрим. Что это за пещера? Я, кстати, не могу, ключ чисто да? у тебя. У меня, вот, да? Данжик. Я бы сомневался. Что-то управление как в Диабле, мышка нет, тут как на клавиатуре, в общем, бегает. Ну или как скажет геймер в 2023 году на геймпаде. Ух, унизил. Ау, попался под этот яд. Жаль дальше. Блин, я чувствую свою мощь. Я сильный.
как в вампирах. В Верайзинге, что ли? Ну, типа, да, похоже на Верайзинг, потому что и, вот типа, да, тоже кстати, вид сверху, все дела. Вот ты босс. Тут какой-то... Наверное. Главное по каймам попадать, у меня главный дамаг и... О, застанили. Блин, он вышел из него. Сказал, что главное попадать, промахнулся. Ты промазал. Все по стандарту. Все по классике. Блин, ау, взял... в смысле? Я взял талант, и у меня билд стал дольше работать. Тут сундук мне какой-то не нравится. Мне проклятие. Тебе проклятое пришло? Лего проклято Лего. Да. Да? Любые бонусы брони снимаются и превращаются в силу. Плюс 20 урона за каждое легендарное оружие. Я могу взять вампирку, но меня не хилят сферы. Вампирку базовыми тычками. Прикольно звучит. Да. Я беру проклятие. Так, а нету быстрого выхода, да, из данжа? Ну, видимо, нет, да. Пешочком, все пешочком, время-то резиновое. Да, время-то здесь, это. Блин, ну не люблю я, конечно, эти ваши спидраны. Ну ладно, это на самом деле нет, не столько спидран. Может, наверх сходим? Хотя... А я вниз протонусь. Ладно, давай туда. А, тут даже скорее не спидран, тут тайм-менеджмент. Тайм-менеджмент, да, я в целом люблю. А давай посмотрим, что он в самом низу, там что-то интересное. А, подожди, это, наверное, босс, и к нему можно раньше прибежать, потому что у него такая же иконка, как у этого. Возможно, чем позже к нему придешь, он сильнее становится. Хз, может просто, чтобы заспидранить, типа, хз. По 2 хп вампириум базовой тычкой. Звучит балдежно. Мне нравится. Надо ее прокачать как-то базовую. Так. Блин, вот там слева вопрос. Типа. А, ну давай на глаз вначале. Это, наверное, у тоже. Уже спойлеры. Это, скорее всего, хочешь тоже карта. Спойлер, нет, конечно. Ну то я не хочу. Ну то не надо. Это же мы спойлеры раз-то нашлись. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, здрасте. Нормальная ловушечка. А все, сферы здоровья-то не хиляют, надо базовыми тычками. Тык-тык-тык. Бим-бам, тычка. Потому что она у меня не очень сильная. А давай вот еще на хилку сейчас, так, вот здесь рядышком. Это разведка. Да, судя по всему, глаза реально карту открывают. Слушай, давай сюда колодец. Он же макс хп качает. А, точно. Он же мой. Я забыл, что колодец максимал качает. Так непривычно. Единственное, возле него надо врагов убить. А еще здесь есть ключ. Ага, бери ты его этот раз. Ну это, кстати, бесплатный колодец, видишь? Куда? На книжку? Ну да. Давай узнаем, да, что такое книжка, и может быть вон сайт-квестик какой-то посмотрим. Будем всех убивать? Может, проспидраним? Да, давай проспидраним. Я их сейчас заморожу на пути. О, тут что-то очень страшное. Это какой-то проклятый ритуал. Или что это такое? Как его? ДБД про Эша. Так, здесь же есть ТП, но нам нужна эта книжка. Ну давай, открываем ее. Ну да, некрономикон, походу. Бей всех врагов, пока не вышло время. Спидран не любишь? Есть. Что дают? Успех, гримуар открыт. Усиливает случайное улучшение 2 раза. Это осколки. Опыт. Вот это осколки. Я улучшу, я гранат возьму. А что из этого гранат? Ну, Хейдес, гранат. Верхний усиливает 2 старые улучшения 2 раза.
Я качнул град. У меня только случайные улучшения, у меня нет. Ну не, у меня тоже случайные, я 2-2 случайных взял. Мне хватит. Пойдем квест посмотрим. Может, успеем? Ночь-то уже заканчивается. Нам сильно надо на базу возвращаться или нет? А я понятия не имею. Ну, знаем, что мы. Так. То есть, когда в World гамать будешь, так мы играли уже сегодня. На квесте стоит большой свин и хочет с нами поговорить. Принеси солому. А вон с двух сторон. Я вижу, появилась на карте. Может, разбежимся и принесем? Давай это. Ктосики. Я вверх, ты вниз. А то у нас времени вообще нету, типа, до ночи, до босса. Ну что, кстати, за время просит? 28 штук, в смысле? О, она еще собирается не сразу. Да. Мне кажется, нам пора возвращаться, и мы не успеем это сделать. И, а ты видишь где-то, где инфа, сколько ты собрал? У меня три. А, нет, три, нет, да. Нет, не вижу. Три. О, я нашел большой тюк соломы. 6. Всего 10 собрал. А нам надо 28. Сейчас сколько? А у меня 3. Понятно. А мне по один дают. О, большой. Я вижу, где они по одной штуке. А, только этот большой тюк попробуй возьми. У меня от мобов. Я тебя понимаю. Ну, короче, я 11 еле нашел. Все, у меня больше нет, все остальное у тебя походу. А у меня телитка просто. Хотя иконка еще не про. Не, иконка не пропала, видимо, я еще бегаю, еще ищу. Короче, хз, я 12. Больше не могу найти. Все, оббежал. А, вон еще наверху, лол. Если у тебя есть 16, нет? Не знаю, у меня пока 4. Понятно. До сих пор. 10. 14 у меня, и я их сейчас. Что мне не нравится этот цвет. Да. И у нас какое-то время тикает, 2 минуты, а это квест. А, вот, все, ясно. Понятно. Допишемся. Он показывает на 2 тюка плюс 6, а маленькие лежат по всей карте. Понял. А ты успел левел прокачать? Нет. А у меня только одно улучшение почему-то. Я чуть... Она по мне ударила гигатентакля, и я чуть не сдох. О-о-о, что? Прекрати. Как отсюда выйти? Что происходит? Что происходит? Мне некогда ни вампирить, ни ее дамажить, вообще ничего. Маленькие тентакли, походу, особо некогда бить. Да в смысле вы атакуете? Я сдох. А, понятно, я тоже сдох. Че, ресаемся? Ну, видимо, ресаемся. Или ты можешь попробуешь меня рисунуть, пока я лежу 23 секунды? Я, конечно, попробовать могу. Но, да. Но нет. Точно, очень долго ресает, да? Ну, да, прилично. Хорошо, ладно, нажимаю тогда. А че за кнопки там были? Нет, пожалуйста! А, да. Кажется, встанел. А, нужно убить все щупальца. И он станется, да? Да. Окей, понял. В следующий раз бьем щупальца.
анимацию этих щупалец понять нормально. Да вот от этой херни бы как-то уклоняться. Одну убил. Второй убил. Фига так быстро. Ну, значит, вот кто здесь больше дамажит, да? Так, что это за безобразие? Вообще жесть просто. Же больно. О нет. Можно просто по кругу бежать от этих штук, тогда проще будет в них не попасть. Одно убил. А только пользуешься, кстати, на F? А, нет. А когда она появилась? Вот когда одно улучшение было, а? Да-да-да-да-да. Перед боссом, короче. Пора. Допустим. Понятно, все с тобой. Гигалуч. Че, может, уже просто босса добьем? Да, давай добьем. Да, давай добьем. Найс. Время на изучение карты до босса маловато. Да не, нормально, минут 15. Слушай, ну мы 50% за изучили. А еще можно разделяться. По-хорошему. Победили высшие кошмары и очистили мрачные холмы. Мрачные холмы. Примите поздравления. Вскоре дорога приведет вас на смертельно опасные берега штормового острова во второй главе. Она откроется, когда мы расширим ранее. Даст возможность исследовать новую реку. Это все? В смысле? И усилить своих героев. А пока попробуйте повысить уровень сложности. А, уровень сложности. Окей. Если духу хватит, благодарим за игру. Не, ну first try! Архонт и гений рогаликов прошли игру с первого раза. Кто бы сомневался? Не, ну. Все, заканчиваем кооп, прошли. Да, пойдем обратно в World, да. Видимо.